очки оранжевые у лисички. И животик. Задние лапочки. Лисичка готова. Ну, давайте я еще введу мордочку. И что у нее? Ушки. Лисичка готова. Теперь у нас уже есть зайчик. У нас есть лисичка. Еще мне хочется нарисовать мышонка. Все. У нас есть место. Я сейчас вам нарисую мышонка. Что есть мышки? То же самое. Начинаем. Я даже, наверное, возьму другой лист. Нет, ладно, у меня здесь поместится. Все, начинаем рисовать мышонка. Веселого мышонка. Голова. Мышка славится своими ушами. Круглые уши. Посмотрите, чтобы у нас не получилось похожее на чебурашку с большими ушами. Теперь что у нее есть? Глазки. Есть у нее носик вот такой. Есть ротик. Улыбающийся, да, у нас будет мышонок. Есть усы. Есть усы. Есть пузико. Какое толстенькое, сытая мышка. Пупок. Теперь что? Есть у нее лапки. Вот мы такие лапки нарисуем. Вау, вот эта лапка у нас будет вот так вот. Лапка. Есть у нее задние лапки. Вот у нее задние лапки. И у нее есть хвостик. Такой хвостик. Мышка готова. Все. То же самое. Начинаем раскрашивать. Можно ее, конечно, оставить и такой. Не разукрашенной. Можно разукрасить. Давайте мы попробуем ее разукрасить. Немножечко, да? Мы рисуем ей что? Розовые ушки. Так, теперь что у нас? Можем нарисовать ее вот такую смешную полосочками. Пузико вот такой полосочками. Да? Вот такое. Вот такая у нас будет мышка. Да, с узорами. Вот такая узорчатая мышка. Вот еще полосочку одну. И еще полосочку. Здесь ставлю точечки. Чтобы поярче. Точечки поставлю ей. Теперь что? Давайте еще оранжевым здесь. Вот. Вот такая у нас получилась интересная мышка. Теперь мы ей дадим что? Мы ей дадим в лапки кусочек сыра. Давайте вот тут мы ей нарисуем кусочек сыра. Вот такого яркого. Яркий сыр. Вот такой. Да? В сыре у нас есть что? Дырочки. Мы нарисуем дырочки. Давайте я еще введу сыр. Кусочек сыра. Мышка пошла гулять. Захотите, можете ее раскрасить. Можно оставить такой. Ну, вот я нашла серенький фломастер. Я попробую раскрасить нашу мышку. Ну, вот, докрасить ее немножечко. Вот такая смешная мышка. Немножечко я раскрашу ее мордочку. Но не раскрашенные, они тоже хорошие.
можно нарисовать точно так же любого животного. Можно рисовать кисонек, можно рисовать волчков. Все, я желаю вам удачи!